Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарская «Комета» взлетела на 5-е место в молодежной хоккейной лиге. Очередную серию домашних матчей в молодежной хоккейной лиге местная «Комета» провела успешно. 2 игры, 2 победы. Сдался «Металлург» из Оренбургской области. Надо всегда быть быстрее соперника, хитрее. Первая игра прошла под диктовку «Кометы» после второго периода 3-0. Однако «Сталевары» собрались с духом и довели матч до серии буллитов. Штрафные были лучше исполнены самарской командой. Счет 4-3 в их пользу. Все зависит от мастерства и капельки везения. Сделав работу над ошибками, второй матч самарские хоккеисты провели более грамотно и без труда раскатали «Металлург» 6-1. Много не получалось. Глупое удаление. Немного не повезло нам. После домашнего успеха «Комета» поднялась с 7-го места на 5-е в Восточной конференции молодежной хоккейной лиги. Следующая игра с лидером чемпионата страны Челябинским «Мечелом». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.